Так. Идем дальше. Здесь у нас... ну, мне кажется, если я сейчас возьму багаж... Да, мне ничего не сказали, в принципе. Так, ну сейчас небольшие лаги, они пройдут. Бывает. Я надеюсь, что они пройдут. Так. Ну-ка. Не, они не против. Но Элизабет какая-то хмурая. Брось, мистер Финк хороший человек. Работай как следует, и он тебя наградит. Так, а я что-то не понял кое-что. Значит, смотрите сюда. Мы же в той... Да ёптвой дивизии. Так. Нужно 5 отмычек. Так, ну... А стоит ли овчинка выделки? Посмотрите, там мы видим улучшение. И... Не улучшение, а какие-то шмотки. И пока что ничего. Ну, давайте попробуем использовать тут отмычку. Замок. Сейчас. Точнее, целых 5. Открыла. Так. Стражникам вроде бы пофигу. Это все? Да. Нашла деньги. Ну ладно. Так, окей. Что тут у нас? Шляпа. Кепка лидера. Если ваш щит пробит, скорость движения увеличивается. 5 секунд на 50% быстрее. Показать. Так, опять. Опять подождете противника. Ну тогда берем. Вот, держи. Еще давай монетки. Что ты хмурая? Дорогая моя. Так, ну что, идем дальше. Здесь у нас просто какие-то жители. С которых даже сумок нет. Точнее, они есть, но с ними никак нельзя взаимодействовать. Итак. Нам нужно... Так, здесь только патрончики. Нам ничего не нужно. Что будем использовать? Давайте шок жакея, если что. Здесь тоже ничего. О, вот это круто. Итак, снайперская меня интересует. Так. Это у нас что? Я что-то не помню, где тут пишут оружие. Тут это что ли? А что это? А, снайперской винтовки. Дробовик какой-то. Картечница. Хм. Интересно. Отдача снайперской винтовки. А это что? Карабин. Ну, хорошо. Автопушки, которые мы видели в той части, патроны, что ли, или что-то там, я не помню, ее здесь вроде бы нету. Ну, либо я просто не вижу. Итак, скорострельность. Ну, вот скорострельность немного непонятна. То ли это на 100% передергивание затвора, то ли перезаряд. То ли... Так, а что может быть еще-то? Передергивание затвора... Так, скорострельность. Ага. Угу. Скорострельность. Снижает отдачу. А нужно ли нам это? Так, ну ладно. Так, а вот здесь у нас что? Обойма. На 50% и урон. Спасибо, автомат. Ну, можно стрельнуть. Не здесь, пожалуй. Идем в какой-то другой район. Кстати, можно было аптечку купить. Чего-то я не обратил внимания. Точнее, я хотел, думаю, ну, наверное, не нужно. Смотрите-ка, тут какой-то No Jobs Today. Так, здесь написано... Отправляйтесь в Финктон и найдите оружейника. Хорошо. А вот и твой оружейник. Так, нам кто туда. Дейзи Фицрой. Одни считают ее героиней, другие опасной преступницей. Плюс к ловушке. Так,
может, заметьте, может по цепочке поднять других, но не 100%, я так понимаю. А надо ли нам это, друзья, может поднять по цепочке других? Лично мне наплевать, кто она, лишь бы дирижабль. Ну, не знаю, не знаю. Ух, не знаю, не знаю. Ну, давайте приобретем. Ну, здорово. Так, и кинетоскоп, или как эта штука называется. Так, еще можно использовать магию против этих автоматов. Здесь зонтик. И, к сожалению, все пусто. Здесь какой-то большой вокзал, да? Так. Интересно, интересно, господа. Так, а что у нас... Что у нас здесь? Угу, интересно, интересно. Ну, хорошо. Давайте... Добро пожаловать, вербовочный давайте... Картинка. Сейчас работники нам не нужны. Давайте для начала осмотримся на... здесь. Как ты собираешься попасть в Финка? Нелегально. Давай поищем другой. Хм, я, кажется, знаю уже, какой путь. Так, вот здесь тоже отмычка. Очень, друзья, интересно, но для начала давайте поищем. Здесь, может быть, мы обнаружим какие-то отмычечки. Ну, аптечку так и знал, что не надо было покупать. Сейчас Fink Industries работники не требуются. Вы не против? А, у меня здесь ничего интересного. Ну так, глянем, простите, что тут. Сэр, но мне стало понятно, что здесь есть работа. Отлично. Откровенно Опа. Говоря, мне Мычка. Нет дела до всей этой пророческой чепухи. Вера — это предмет роскоши. Соли. И старина Комсток производит ее в избытке. Но, как и все торговцы, он вынужден обменивать свой товар на драгоценные металлы. На одних песнопениях дом не построишь. Нужны доски, инструменты, рабочие. Нужен Финк. Без меня он никуда. Так, и здесь у нас что-то. Господа. Это все становится более интересно. Так, а что же у нас здесь-то? Что же у нас здесь? А здесь у нас улучшение. Тут замок. Не вопрос. Так, а смогу ли я потом туда-то пройти, а? Прошу. Сторонний вход запрещен. Ну, я надеюсь на это. Пусто. Боеприпасы. Орел серебряный. Так, и здесь... Опа. Покажись. Это я зря. А, ну сейчас давайте на них испытаем как раз-таки, наверное. Ой. Все, да, нету их. Я его вижу. Или есть? Где они? А, он там засел. Голубок. Ну, у нас такое оружие практически есть. Только здесь патрон, правда, больше. Может, его и стоит взять? Даже не знаю. Ой, что сделал? Так, ладно. Садовые соли. Так, что это было? Автопушка, нет? Так, а здесь какой-то шкафчик. А, вот это, наверное. Какой шкаф? А, вот это что ли? Да, интересно. Ой, с этой стороны тоже. Так это два разных шкафа. Здорово. Итак, улучшение. Щит. Блеск. Согласен. Так, пистолет. Идем. Эй, куда делся наш друг, которого я заминусовал? Ну что ж, я надеюсь, здесь один и тот же проход. Можешь это открыть? Прошу. Здорово. Смотри, тут есть служебный лифт. Думаю, можно спуститься на нем. Ой, какое большое и пространство. Как мне это не нравится.
Но лифта я почему-то не вижу. Вот это что ли? Что это было? Что такое, господа? Ой, нет. Раз. Мимо. Так, я не понял, я чё, мажу, что ли? Что посеешь, что и пожнёшь. Кстати, перезарядка, по-моему, стала реально быстрее. Давай всех снимаем. А, перезаряд идет. Ну, гранатомет, однако, хороший. Мощный. Воу! Перезарядил? Это плохо кончится. Попробую найти. Перезаряжаем пока что. Голубок бежит. Аптечка. Самое то. Ручная пушка какая-то здесь. Так, здесь у нас, видимо, пулемет или... Да, господа, это пулемет. Что и следовало ожидать. С этого у нас достаточно много выпало. Это очень круто. Так, это дело надо перезарядить. Мустанг нам очень помог. Можно будет использовать еще ловушки. Соли. Так, наверное, их я зря сейчас использовал. Ну ладно. Так, нам сюда. Лифт как раз-таки, про который говорила Элизабет. Но прежде чем мы туда пойдем, мы осмотрим здесь все. Может быть, найдем ручная пушка. Дробовик. Так. Оружейник Чейн Ли разыскивается за связи с Дейзи Фицрой. Вот почему здесь так много... Это очень плохо. Оружия. Хотя я что-то не вижу оружия-то особо. Так. Это круто. Объемчик бы для снайперской. Так, боеприпасы для карабина. Покупаем вот это. И это. И можем идти дальше. Здесь у нас соли. Чудно. Но они нам не влазят. Так, это что у нас такое? О, круто. Хотелось бы мне... так, картечь. Снайперская винтовка. Сниженная отдача. По-любому покупаем. И все. Больше ничего нет. Да, вот так вот. Так, здесь у нас опять боеприпасы. Можно было не покупать, наверное. Но они недорогие. Это не, ничего страшного, да? Согласитесь. Но лучше все осматривать внимательно, прежде чем что-то покупать. Мне так кажется. Так, это у нас карабинчик. Ну, ух ты, простая отмычечка тут. Ага, так. Ну что, будем, нет? Я не знаю, что там за этой дверью. Ну, ладно, не будем. Может быть, там и было улучшение. Но ничего страшного, я считаю. Вообще здесь все шпильки, которые вы видите, которые вы, точнее... сейф! Как я его не заметил? Нужна одна отмычка. Так вот, все шпильки, которые здесь дают, они соответствуют, наверное, всем дверям. То есть, сколько... То есть, если будете внимательны, то вы откроете все двери, всегда вам будет хватать шпилек и все такое. Наверное, разработчики постарались. Ну, я не знаю, здесь деньги... А там может быть какое-то улучшение. То есть, если я зайду туда, найду там шпильку, приду сюда, открою еще сейф. Я не знаю, честно скажу. Так, вот тут пистолетик. Ладно, думаю, стоит. Соли на максимуме. Ну вот,
собственно говоря, отмычка. Ой, не знаю, не знаю. Деньги мне не нужны особо. Хотя... Все? Я держал в руках личный, ну что, будем, нет? Вдруг там какое-нибудь улучшение есть. Теперь мы знаем правду о чудесном младенце. Первая леди не любила свое дитя. Похоже, она предпочла бы, чтобы семя пророка осталось лишь пятном на простыне. Вот так обманули нас, друзья. Да, к сожалению, не был я столь внимательным. А, подожди, так, наверное, не использовалась ни одна отмычка, да? Все, надули меня. Так вот. Так вот. Я повелся. Давайте уж тогда сейф откроем. Надо быть внимательным. Ну что, на ошибках учиться. Элизабет! Сейчас. Прошу. Итак. Не стоит, друзья, не советую открывать этот сейф. Говно полное. 107 монет. Не заслуживает. Не заслуживает шпильки. Ну, хотя одна всего. Так. Нам... Я не понял. А, вот, наверное, кнопка. Да. Здорово. Ну что же, больше сейфы в этой игре мы не будем открывать. Это шкаф. Как я это не заметил, не понимаю. Он здесь работал. Что я? Это дневник моей матери? Откуда он у Слейта? Мой муж утверждает, что ребенок был сотворен божественной волей. Я верующий человек, но я не дура. Его клетку не место под этой крышей. А? Смотрите, я прицеливаюсь. Это она заперла меня в башне. Элизабет. Я просто хочу улететь отсюда. Пожалуйста. Это скоро там лифт этот самый будет подниматься, а? Ну скажите мне на милость. Так, Паш. Или Пуш. Так, где мое оружие? Приветствую. Я Еремия Финк. И я расскажу вам о том, во что верю сам. Какая из всех тварей божьих чудеснейшая? Конечно же, пчела. Вы видели отдыхающую пчелу? А пчелу на больничном? Ха-ха, не бывает такого. Потому я говорю вам, будьте как пчела. Будьте как пчела. У них нет больничного, они дохнут сразу. От болезней. Будьте как пчела. Так. А, ну-ка ответим. Алло? Мистер Финк. Алло? Да. Вас вызывает мистер Финк. Что происходит? Привет. Финк у аппарата. Мальчик мой, мы тебя давно заприметили, и вот что я тебе скажу. Ты нам подходишь? Мой заместитель мистер Флаба даст тебе все необходимое. Это еще что? Без понятия. Он будто рад был тебе представиться. Ладно, но... Чё, довольная рожа? Ну и самомнение. А? Ладно, так. Это есть этот Финтон? Как вот там? Фига у него часы. Чинки огромные-то. Ну, я имею в виду, по сравнению с рукой там, со всем... Со всеми этими делами, но... Нам до него просто так не дадут, наверное, добраться. Хотя, может, мы уже добрались, как вы думаете? Меня спрашивают... Восстание зомби. Финк, почему нам платят жетонами, которые можно потратить только в фабричном магазине? Вот мой ответ. Мы защищаем работников от бессовестных торгашей. Компания Финк заботится о вас. Почему лифт так долго поднимался? По специальной цене. Так, хороший работник. Эй, мы же тут проезжали уже это. О, ну, ну вот, тут кладезь, я смотрю, да? Или что это такое? Мистер Дэвид, добро пожаловать.
Да, нас тут все, что может понадобиться вам в ходе визита. Встречают нас подобающе. Чего от нас хочет Финк? Так, простите, а тут ручная пушка. Финку нужен только этот джентльмен. Почему? Это что, пистолет? Все вопросы касательно этого джентльмена следует задавать лично мистеру Финку. Если тебе башку прострелю, как ты думаешь? Что думаешь? Похоже, чё? У нас одной проблемы больше. Нам нужен грузчик, чтобы перетаскать полтонны угля в трущобы. Пристрелить нужно всех и все. Что будем делать? Пойдем за оружейником или поищем припасы в часовой лавке? Кто-нибудь даст 14? 10. 10 минут, 10. Идем сюда. 9 минут. Кто-нибудь даст 8? Так, здесь у нас... Рабочие, кроме солей, наверное, ничего, да? Что еще? Так, вот здесь... Патрончики. Ответственность, заботы и тревоги. Вы это причал, если я не ошибаюсь. Святая простота. Так, вот здесь еще что-то. Ага, ну тут я не знаю, что это. Сейчас. Патрончики. Картечь. Дробовик, что ли, не пойму. Так. Алкоголь нас не интересует. Потому что. Еще отмычка. Да вы гоните. Так. Почему я бегать не могу? Так, да ёп... Вы чё, шутите? Чё, тут невидимая стена, что ли? Бред. Да это бред, ребят. Что за ботва? Да это бред! Это хрень какая-то. Баг, что ли, не пойму. Да ну в жопу, идиоты какие-то сделали. Богатню какую-то. Так, куда нам? Угу, здорово. Соли. Соли пихают нам, соли. Много солей. Так, здесь у нас кто-то сдох. Откуда-то упал, что ли? Так, тебе, бля, голову прострелил, тебе тоже. Я опять слышу, соли. О чем люди говорят. О. Почему, мистер Финк, мы должны работать по 16 часов в день? Ну, давайте на чистоту. Я бы рад укоротить рабочий день, но не могу. Почему же, спросите вы? Отвечу одним словом. Нравственность. Нравственность. Так. Для дробовика. Автопушка есть? И вообще, что это такое? Автопушечка. Так. Картечь. Ну, автоматы видите эти ли, попадаются часто, блин. Стали попадаться в последнее время часто. Ну. Отними у человека работу. И чем он заменит ее? Виски, женщинами, азартными играми. Я не допущу такого в нашем славном городе. Нет уж, увольте. Нашла деньги. Вот, держи. Заработал, наверное, там. Вот, стояла спасибо. Немного. Выставила себя и заработала. Так, куда нам? Нам прямо? Ну, в смысле, в ту сторону, я имею в виду. Но, блях, там отмычка есть. Пришли, Букер. Чэн Линь. Оружейник. Чэн Линь. Это сейчас замес по-любому будет. Блин, сколько тут отмычек-то, ёкарный карась, а? И неохота что-то тратить их. Ну, куда их, согласен, но, блин. Все равно. Чё-то не то. Ой, чё-то не то. Здравствуйте. Так, здесь у нас... Пистолет. Серебряный орел. Если бы можно было отмычки за орлов покупать, было бы гораздо Букер, круче. Смотри, там отмычка. Где? А, вот, да. Ты через ящики видишь? Или не понял? Так, боеприпасики. Ну, блин.
Мне совершенно необходимо поговорить с этим ложным пастырем, который весь город поднял на уши. У нас и без него проблем хватает, а он там палит почем зря и сваливает все на нас. Хотя, если он хорош с собой, он может оказаться как раз тем, кто нам нужен. Ого! Либо я... Не, я именно в голову попал. Ну-ка проверим. Где? Во-в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 о, господа. Зачем я это сделал? А, раз. Раз. Да это снайперка, считайте. Ну-ка, если мы жахнем. Еще жахнем. Еще... Эй, бляха. Что я сделал? Ладно, пока смотрим. Запретная территория, действительно, лично для меня, да? Посмотрим, какой ты крутой.